Итак, гнет или не гнет? Вот в чем вопрос. Сегодня продолжение видео. Переходим, так сказать, к практической части. Знаете, я свой мотор переоборудовал другими поршнями, безопасными. То есть они проточены глубоко. Ну, пришлось заплатить в автосервисе за такую переделку. Ну, что поделать, безопасность. Сейчас я поставил мотор на верхнюю мертвую точку. То есть, ну, пощупал первый цилиндр отверткой. Он на самом верху находится, поршень. Все, он в мертвой точке. Стало быть, можно проверять, не цепляется за него клапан случайно. Поехали. Опа. 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 Класс. Улет просто. Легко и спокойно крутится. Ни за что не цепляется. Все. Это говорит о том, что мой мотор безопасный. И в случае ремня, вот этого разрыва ремня, ничего страшного не произойдет. На капремонт я не попаду. Чем это хорошо? Ну, представьте себе, вот у знакомого Гранта, каждый раз, когда он ремень ГРН меняет, 5000 платит. Сам ремень. Раз. Ролик менять. Помпу менять. Даже несмотря на то, что она в хорошем состоянии. Боятся, что что-нибудь заклинит. Но уж тем более, смотрите, у шестнаря вообще две вот эти штуки, два ролика. Еще больше шансов, что может заклинить один из них. Вот так. Так что я вам советую, все-таки переоборудуйте свой мотор на безопасные поршни. Вот, чтобы не гнул клапаны. Это не дело, если вот так вот рисковать. Ну, сами подумайте, ведь это же резина. Она, посмотрите, под каким давлением находится, тянет. Это же все под натугой, как говорится. Конечно, может порваться. Вот так вот. Ну, как можете убедиться, все работает. Мотор после этого дела завелся. Никакие клапаны не погнуло. Просто все великолепно. Вот так вот. Все безопасно у меня в моторе, чего и вам желаю. Обязательно воспользуйтесь этим советом по поводу этого дела. Поменяйте опасные поршни и ездите спокойно.